Телеканал «Дождь» и брендинговое агентство Mildberry представляют курс лекций Inspiration. Вдохновение. Каждую субботу у нас в гостях известные люди, чей успех заслуживает внимания. Они рассказывают о важном. Без суеты. В эту субботу в 13:00 психолог, журналист-маркетолог Юлия Бурлакова прочитает лекцию «Психология творчества». Планируется практическая часть с разбором индивидуальных примеров. В 14:40 к нам присоединится генеральный директор компании «Главкино» Илья Бачурин и прочтет лекцию «Важнейшее из искусств». Речь пойдет о социальной роли кинематографа. 6 августа в прямом эфире лекции «На дожде». Записаться на лекции можно на нашем сайте tvrain.ru и на странице «Дождя» в Фейсбуке.